Свежайшая и ароматная выпечка каждый день. Сеть «Наша пекарня» полюбилась многим не только за сдобную продукцию и осетинские пироги, но и за фирменные вареники. Пекарня полного цикла. 4 раза в день здесь замешивают тесто и готовят пироги. «Наша пекарня» 1,5 года назад открылась в Мамулино, а в этом году и в Юности. Вкус, свежесть и качество – вот за что полюбили пирожки, хлеб и вареники покупатели кулинарии. Основатели открыли это место, поняв, что в Твери немного именно домашних семейных пекарен с выпечкой из натуральных ингредиентов. Пришло понимание, что я хочу открыть свою пекарню с тем вкусом, да, с тем сочетанием начинки и теста, которые люблю я сама, которые любит моя семья, мои дети. Мы стараемся использовать не только натуральные продукты. Все это должно быть натуральное, все это должно быть вкусное, должно быть полезно. А то, что касается мяса, допустим, мы нигде не добавляем свинину. Сейчас очень много все следят за фигурой, чтобы было как можно меньше жирного, поэтому мы даже мясо используем, только говядину и курицу. Тесто для выпечки мягкое и сдобное, а все потому, что готовится на молоке, а для хлеба на специальной бездрожжевой закваске. Ассортимент нашей пекарни действительно огромный. Пирожки с различными начинками, при этом в сладких используются именно ягоды, а не джем. Здесь на выбор еда как для перекуса, так и для полноценной трапезы. Предлагаем в ассортименте осетинские пироги, как маленькие, так и большие. То есть у нас есть доставка осетинских пирогов больших на обеды, там, на всевозможные мероприятия. Недавно в нашем ассортименте появилось песочное печенье. Просто песочное с какао и кокосовое печенье. Сильно полюбилось нашим покупателям. Причем мы сейчас планируем по желанию покупателей ввести еще и имбирное и миндальное печенье. В нашей пекарне предлагают и отличный вариант для обеда или ужина. Каждый день здесь лепят вареники с различными начинками. Сытные вареники есть, сладкие вареники. Сытные вареники – это картошка с грибами, капуста с грибами, творог с зеленью, курица, причем не фарш, мы на рубленную курицу с рубленым луком. Сладкие вареники у нас – это черная смородина и идет вишня. На сладкие вареники ставится отдельное тесто. Тесто ставится на кефире, сочетание кислого и сладкого. Можно купить и фасованное мороженое, взять домой с собой. Можно заказать или прийти покушать здесь. Я очень часто сюда захожу, мне здесь все очень нравится, очень вкусно. Всегда все свежее. Начинки много, и тесто всегда очень какое-то приятное, вкусное, воздушное. Хлеб нравится, все очень вкусное. Даже ребенок маленький кушает. Все, в принципе, сбалансировано. И тесто вкусное, и начинка вкусная. Больше нравятся сладости. Выпечка с малиной, с творогом. Покупаю печенье очень вкусное. Здесь с удовольствием сделают ароматный чай или кофе, в том числе и с собой. Кстати, для пенсионеров действует скидка 20% на весь ассортимент пекарни. Доступна и доставка по городу. Сеть «Наша пекарня» работает без выходных и открыта на улицах Паши Савельевой и Оснобрюкской.